были. Похороны я видел, эти похороны. А ты не думаешь, что специально это завтра? Живи, Беларусь! Ой, да сколько мы все сделали. Ну, конечно, понимаете, не обязательно быть смелым человеком, там, идти на баррикады. Каждый человек может просто тратить свое время, просто элементарно тратить свое время и уже этим бороться с режимом, даже не подвергая себе опасности, делать какие-то репосты. Я понимаю, что... Ты не следуешь этому совету, ты подвергаешь себе опасности. Ну, надо законодательство там почитать, естественно, в опасное время живем. Но есть люди, действительно, которые смелые, которые выходят на несанкционированные акции. И сюда вот сегодня вышли, это тоже смелые люди. И люди, которые вывешивали баннер «Путин вор», это тоже смелые люди. Но как ты относишься к этой акции? Очень положительно. Надо больше акций таких. Больше акций. Надо просто элементарную... Как говорят очевидцы, машины гудели в знак согласия и с теми, кто вешал баннер на мосту. Я тоже слышал, что гудели. Да хуя народу вышло, о чем тут говорить? Больше, чем 100 человек. Да те же мартовские митинги, здесь было куда больше людей. А вот 101 уже нельзя. Что там было у дома офицера? Вот мы начали, вот говорит, что типа не массовый. Массовости не было, сейчас самый массовый на фоне этого всего. Есть люди, которым платят. Да, вот именно. Те же мартовские, вспомнить 18-18 года. Все равно, если, опять же, средства массовой информации, пропаганда, никто не отменял эту штуку. Если мы будем вот такие бросы, понимаете, если будем вот такие ролики выбрасывать в сеть, если будут профессиональные люди... Ребят, делаем ставки, как быстро придут сотрудники полиции. Прошло уже 5 минут. Вот именно, что мы с вами никак это не определим, абсолютно. Секундочку. Во-первых, сотрудники полиции бездействуют. Информация, которую показывают здесь, есть, их много здесь. Показывают здесь. Здесь. Нет, есть возможность либо официально это посмотреть, либо посмотреть на кто. Ну кто это, независимо, у нас даже, послушайте, интернет. А вы знаете, Навальный, это заказано или не заказано? А мне похер, он мне дает другую информацию. Какую другую? Он мне дает другую информацию. Известно, это другая информация, возможно, также проплачена кем-то, неизвестно по каким интересам. Вполне возможно. Мы же не знаем, вас видели. Вот я только благодарен за то, что он дает эту информацию. Нет, никакой неизвестный, не то это искренне, не то это как бы достоверно. Я хочу обратить внимание, что в Белоруссии борьба за свободу началась именно в момент выборов. И это говорит о том, что власть меняется на демократическую в результате выборов. И было предложение поддержать воронежских
городских хотя бы депутатов. Как вы к этому относитесь? А кого? Независимых кандидатов. Кто не знает? Есть городские проекты КАЦа, есть Яблоко, есть КПРФ. Надо поддерживать, конечно, не партии, а конкретные личности. Умное голосование. Ну, из какой партии? Вот есть предложение провести с ними встречу, пригласить их и задать им вопросы. Как вы к этому относитесь? Нормально. Мы приглашали этих депутатов, они... Полиции нет больше 10 минут. Они сюда не приходят, какие-то странные депутаты. И в результате я считаю, что нам надо с ними провести встречу. Да. А давайте снимем помещение, проведем с ними встречу. Давайте. Давайте объявим сбор денег, например. Хорошо. На помещение на съем. Яблоко только объявлялось. С ними мы поговорим. Федор, ты закрыл? Это нот. Ну, у вас прям терпение, я не могу. То есть встречу с депутатами мы проводим, правильно? Да. Приглашаем их, правильно? Да, приглашаем. Конечно. Все, решение принято. А как ограничения? Может быть, лучше в скайпе? Только их сейчас ограничения есть. Зачем в скайпе? Они не такие. Пока видно. Еще не сняты? Саш, это провокация. Движемся от Единой России. Я считаю, что я практически от Единой России не идет.